Что нужно человечеству сегодня? Помнить свои истоки? Мы унаследовали стремление наших предшественников к совершенству. Мы продолжали великие трудовые традиции. Затем мы сами стали основоположниками стандартов. Наше дело началось на рубеже веков, в точке, где встречались прошлое и будущее. Вы ждали от нас новых решений, модернизации и инноваций, и мы их создавали. Вместе с вами мы развивали нефтегазовую отрасль, принимали вызовы, намечали новые тенденции в самых сложных технических областях. Сегодня мы создаем автоматические буровые установки, которые работают на благо человека. Мы отдали машинам тяжелую работу, а сами посвятили себя непрерывному совершенствованию. В новое время вместе с вами мы учимся мыслить глобально. Мы учимся думать на других языках. Мы изобретаем и развиваем лучшие проекты в области энергетики. Экологичные, безопасные и доступные. Эти разработки станут насущной необходимостью уже завтра. Нефть-сервис пересекает не только границы пространства, но и времени. Кто-то расширяет горизонты. Мы их меняем. Человечество может развиваться только сообща. Вместе идти к новым, смелым проектам. Вместе создавать технологии будущего. Для этой цели мы нанимаем, обучаем и оставляем с нами лучших. Это не просто исполнители. Это творцы нового дня. Нефть-сервис. Ценности нового дня. Приближая будущее. Будущее всего человечества. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.